далі сюди. Куди ж бігуть ці ті люди, чому ці дні? Где нет нас двоих и не будет. Двигаясь со стороны Сереграда, пошел сильный ливень. Было принято решение развести костер и передохнуть. После того, как закончился дождь, мы двинули в сторону ТИС. По пути мы нашли Ниву, которой не хватало радиатора, свечки и аккумулятора. А после мы нашли амбар, в котором стоял полностью собранный чей-то гюнтер, на котором мы и двинули дальше. Собака? Волки. Где? Тут бегают. Можешь стрелять? Нет. А, они у меня! Иди сюда. Они у меня. Понял. О, нет. У тебя патрон там есть? Выйди. Нет, а, от Блейз. Блядь. Пошли в бункер, я не хочу. Бля. Не насучили, Паша, заходи быстрее. Где они? Три. А, один? Че, ебанутый что ли? Их там сколько? Ты видел их? Да, они туда бегут. Ну-ка. Я говорю, че, беги. Блять, я слышу. Нет, меня ерут. Где он? А? Егор, нет. Они тут. Они прорвали оборону. Ты живой там? Да. Егор, ты не начнёт. Ты кинул? Ставить. Паша, дебил! А у тебя болтануло. О, дорога. Эта дорога в Новопетровку ведет.
Идем. Идем. Вечером я решил пробежаться по СЗ. Как только зашел, через пару минут мне прилетело пуля. Продолжение следует.